первую очередь надо отключать, ну, с моей точки зрения, надо отключать, ну, ближайший его рука. Потому что почему он ближайший? Он же не будет, находясь ближе, начинать атаковать эту руку. Нет. Он эту руку здесь разместил, чтобы вас, как говорится, начать с нее бороться. Поэтому я хотел бы вспомнить такой старый принцип борьбы 2 против 1. Любой захват, вы не один на один сражаетесь с его сильнейшей рукой, на которую там 100 раз подтянется одной рукой. Нет. Вы встречаетесь с двумя руками. Вот. И обеспечиваете правильный захват, когда ваша вторая рука, ну, как бы немножко его подавляет. Да, контролирует. Взяли захват и, скажем, отключили руку. Вот. В этом случае, вот я хотел бы обратить внимание, вот видите, как я взял? Я взял с тыльной стороны и включил еще кулак. Вот. Только единственное, это запрещенное действие. Секундочку. Ну, я как бы чуть-чуть буду хитрее, я не буду говорить все, смотри, видишь, я делаю кулак. Я как бы это все в движении, да, и я не буду 3 минуты его так таскать. Здесь нужна хотя бы полсекунды, чтобы законтролировать его руку. Многие ребята и тренера учат брать вот так же. Брать вот так. Еще я видел, что учат брать вот так. Безусловно, с точки зрения выведения из равновесия, вот этот захват, наверное, самый лучший. Да, что ты как бы его натягиваешь на себя. Но с точки зрения как бы реального поединка, когда все его локти, как бы его локти сжаты, вот, то вот более реальный, мне кажется, этот захват. Но я предлагаю вам попробовать в схватке с помощью второй руки, перемещаясь как бы на секунду, как бы обратно перемещаясь, брать захват именно с этой стороны. Да, вот, скажем так, когда я брал этот захват, ну, опять же, хвастаться не буду, ну, я не помню тех, кто срывал этот захват. То есть вот этот захват обеспечивал мне уверенность, что с этой стороны, я как бы, если нужно, если соперник дёрн на меня, да, я как бы его рукой же защищался, с этой стороны ничего не прилетит, никаких неожиданных действий. Почему? Потому что я, по сути дела, защищался его рукой и отключал. Я не ходил, правильно сделали замечание, я не ходил долго. Вот, здесь нужно взял на секунду, и дальше как-то свой захват, и пошла борьба. Поэтому хотел бы, чтобы мы сейчас сейчас я уход покажу, попробовали 2 против 1, раз, и сюда включили. Вот, и попробовали, как говорится, ну, проконтролировать руку соперника. Здесь как вы можете... Ну, второй номер не должен сильно сопротивляться, я просто прошу, чтобы у вас появился стереотип именно 2 против 1, потому что если вы будете 1 против 1, вам сложно будет, да, вот сюда просто подлезть. А когда вы раз законтролировали и потом перешли, то удобно. Какой здесь уход? Сразу покажу. Вот вы берите меня так. Вот, значит, какие здесь уходы? То есть это, с моей точки зрения, самый лучший захват кисти, с точки зрения ее контроля, потому что можно, как говорится, чуть-чуть придавить, чуть-чуть опустить, вот, чуть-чуть спрятаться, если надо, потом, если надо, атаковать в нужный момент. Какой здесь уход? Рычаг. Вот. Вот этот рычаг, как мы с вами делали под ногу, здесь вот рычаг. Вот. Раз. Если вы умеете, сможете вставить, вот вы вставили, вот и здесь, вот если вы просто на силу будете, не получится. Всегда нужно помогать перемещению. И вот сразу забегая вперед, очень важно, чтобы борцы не стояли на одном месте и не боролись на силу, на физуху. Да? Важно еще скорость. Когда вы перемещаетесь, вы тем самым помогаете инерции своего тела, той силе, которая там есть в руках. Вот, поэтому, если у вас получилось, то сюда зашли и сорвали этот захват. Либо второй вариант, вы зашли и не смогли сорвать. Допустим, он хорошо сжал, не смогли. Да. Здесь вы блокируете эту руку и меняете стойку и срываете захват. Потому что захваты, с них начинается борьба,
Раз, не смогли дорожить, выключить. Раз, и дальше начинаете бороться. Вот давайте сейчас чуть-чуть уделим внимание именно захвату и захвату рукава. Именно в той интерпретации, которую я вам показал. А второй номер, после того, как первый взял, пытается сорвать этот захват. Хорошо?